Свое VIP-перезахоронение проводит Великобритания. Власти страны готовы потратить 1,5 миллиона долларов на перенесение останков короля. Речь идет о Ричарде III. Он пал в бою в далеком 15 веке во время войны Алые и Белые розы. Траурные мероприятия пройдут с почестями в гробнице Лестерского собора. Место захоронения короля было неизвестно, пока на месте автомобильной парковки в Лестере археологи не обнаружили руины средневекового монастыря, где и нашли останки 30-летнего мужчины, изрубленного перед смертью. Сложная экспертиза подтвердила, это было тело Ричарда III. И вот теперь, спустя 5 с лишним столетий, король, наконец, обретет покой. Редактор